Эй, Ксан, а что нужно для того, чтобы ты выкладывал видео почаще? Ну, мне бы было очень приятно, если бы мы смогли добить, например, 15 тысяч подписчиков до Нового года. Что? 15 тысяч до Нового года? Да иди ты на... Здорово! По названию видео вы могли догадаться, что сегодня я собрал 10 битмейкеров, чтобы каждый из них сделал бит в разном жанре и с разным дропом из одного лупа. Ну, правда, нас не 10, а 9, включая меня. Но да ладно. И Грейрок, где партнер-сайфер? Я надеюсь, видео вам понравится. Может быть, вы даже узнаете для себя что-нибудь новое. Или просто угарнете и кайфанете с нас. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку в виде лайка, комментария, колокольчика и подписки на этот канал. Давайте все-таки попробуем сделать к Новому году 15 тысяч. Я уверен, если постараться, то мы все сможем. А, и кстати говоря, ссылки на всех ребят будут в описании под этим видео. Если вам вдруг чей-то парт понравится, можете поддержать его, например, подписки в соцсетях. Давайте я расскажу. Давай. Есть такие ютуберы, которые типа делают весь бит, ну типа не весь бит, а знаете, когда типа певают под типа голосом, делают это весь трек. Нет, я ему сказал, сделай, короче, бит из своего голоса чисто. Давай я тебе даю такой челлендж. Он такой, мне не сложно, короче, вот чего это все полетело. Блядь, так там картошку жарят, сука, на фоне. Знаете, как классно картошку жарят? Я просто иногда, типа, микрофон сам по себе начинает шуметь. Фак. Так, а что ты там изначально вот за жанр делал из своего голоса? Да, там был дрил. Да, это был оригинальный дрил. Вы что, с ума сошли, что ли? Это не брейкор. Это по факту что-то сори. Это ДНБшка, ускоренная в полтора раза. По факту. Ай-ай-ай, блядь. Такая драмка. Ага, и все? Только на этом все держится? А синты какие-нибудь? Капу Сетина, это делал что-нибудь с ней именно? Ты не слышишь, что она запичена вниз? По факту тут просто для того, чтобы не так резко было. А на мастере? Ну, по факту ничего интересного. На мастере, на мастере вот что. Погоди, сколько там ОТТ было? Хайпербокс? Все это выглядит... Три ОТТ! Ты чё, бешеный, что ли? Три ОТТ! А, да, тут три ОТТ. Тут три ОТТ. На сотку! Они еще и на 100! Ты чё, придурок? Ты вообще... Меня пацаны на районе называют Регит. Что у тебя с ползунком? Тихо, 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 тихо! Это Санчин, блядь! Это Санчин! Подожди сейчас, подожди! Вокал вообще я порезал в начале, бля, я резал его. Реймер на первом. Реймер впереди, да. Почему это такое говно? Двойной автокин. Да. Эквализация как вам, парни? Эквализация. Просто показывать, что у тебя есть. Это гений просто саунд-дизайна. Гений саунд-дизайна. Гений саунд-дизайна. Так он тебе shift, конструктор делает. Тут ты на 100. А тут ты на 100, так, клава уже там, да. Кто говорил, что на сотни нельзя? Парни, тише. Блять, кажется. Это чё? Как это звучало без обработки? Не звучало в принципе. Ох, нихера. Это пипец.
Да ты типа стучал по столу? Так, по сути, он включился из проекта, потому что включился из проекта, это драмка. Стой, неужели ты досмотрел до этого момента? Ну ты, блин, просто красавчик. В таком случае не забудь, пожалуйста, подписаться, чтобы подобные видео выходили в будущем. Поверь, это лучшая поддержка с твоей стороны. Ну а если, например, тебе хочется меня еще как-то поддержать, то можешь перейти и подписаться на мой Boosty. Ведь за подписку определенного уровня ты сможешь получать эксклюзивные проекты с видео, драмки ты и еще много чего крутого. Кстати говоря, проект моего парта с этого видео уже лежит на Boosty. Спасибо тебе, дружище, за поддержку. Да, это я все склеивал. Вот тут Keyboard, Ксан Cypher Part, Трина Найсберг. Я взял бас из пака Ксанокса, кстати. Покупаем пак, ребята, покупаем пак. Вот этот сапфир. Я с самим исходником, типа, по пичу, я ничего не делал. Просто 120 кликер поставил. Подожди, у тебя русская фэлка, блядь? Чё это сейчас? Что, блядь? А вы не, вас не смущает вообще вот это, что да? Что за, подожди, ты сейчас заметил? Гениально. Ты правда, типа, очень круто делаешь. Не смогу бы скинуть, пожалуйста, этот импакт? Вот этот? Да, пожалуйста. Буду благодарен. Нет. Кстати, ты помнишь, ты мне проект обещал через там месяц назад где-то? Ну и чё, как дроп звучит там? А, нет, ещё басы надо, да. Отдельно. Нормально, да? И тут ещё вот такая фигня появляется. Это сэмпл? Нормально. Короче, чё звучит? Ну тут все перемешано. Тут и Джерси, и ДНБ, и просто какая-то драмка. Какой нахер Джерси? Ну, это не брейкор. Звуки взял из ДНБ. Пака бесплатного у Ксана. На Детройте. Обычный бас, хэты и реверс. На мелкую я повесил только гроссбит и срезал бас. Ну, дистрактор зачем? Вау, крутой. Напиши обязательно в комментарии, чей парт тебе зашел больше всего. И, кстати, фул ты сможешь послушать в моем телеграм-канале, либо в группе в ВК у одного из ребят. Свой парт на сайфере я решил сделать в около-супертреповском жанре. Сейчас я вам покажу, что у меня по итогу получилось, а также разберем мелкие детали, которые будут для вас полезны. Вот так выглядит мой проект. В принципе, здесь на самом деле ничего сложного нету. Давайте послушаем, что у меня получилось в итоге. Шейпербокс на самом деле сотворил просто на самом деле что-то нереальное со звуком. Я здесь подобрал какой-то рандомный пресет и немножко его накрутил. Очень прикольный пресет, здесь у нас идет типа тейп-стопа, а также добавляется фильтр, который идет вот с такими волнами. С помощью Сатурна с пресетом Hip-Hop Puncher я немного сделал весь луп жирнее и плотнее. Самое прикольное, что все-все-все вот эти вот ваншоты, они идут на отдельный групповой канал. На этом канале абсолютно все ваншоты, кроме кика и баса, собираются с помощью одного компрессора. Здесь мы просто выбираем вот этот пресет и собираем тем самым всю драмочку воедино.
принципе, я начал с легендарной мелодии. Это Samsung будильник. Ну, я, короче, накидал туда всего побольше, чтобы звучал микс сочно. Всем пока! Goodbye! Америка, goodbye Россия, goodbye Африка, goodbye!